Казачий спецназ – особые отряды воинов-казаков, которых еще называли пластунами. Они комплектовались из казаков Кубанского казачьего войска и были известны своими превосходными воинскими качествами. В 1842 году пластунские команды были учреждены при пеших и конных частях Черноморского войска. Попасть в пластуны было не так уж и просто. Требовалось обладать недюжинными, даже по меркам остальных казаков-кубанцев, качествами – физической силой, выносливостью, неприметностью, охотничьими навыками. Перенимая традиции старины, меткости и скорости, теперь будут обучать детей казаков Баталпашинского казачьего городского общества в стрелковом кружке «Пластун». Обучение по обращению со стрелковым оружием обязательно начинается с техники безопасности. С любого вида оружия мы соблюдаем технику безопасности. Это самое главное. В любом состоянии оружие нельзя направлять на людей. Правильно? Да. Разобрано оно, собрано или заряжено, или разряжено оружие. В любом состоянии запрещено направлять на людей, животных и в опасные направления, да, появления людей. Это самое главное. В учебном классе стоит тишина. Своего наставника юные казачата слушают очень внимательно. Еще бы, занятия по стрельбе ведет не кто-нибудь, а бывший собравец, боевой офицер Василий Попов. С оружием Василий Анатольевич на «ты». Этому же собирается научить и детей. Чтобы дети наши знали, как обращаться с оружием, с любым видом оружия, чтобы они имели представление, как обращаться, как стрелять с пистолета правильно, как стрелять с винтовок любых модификаций, пневматических. Перейдем на малокалиберные винтовки. Цель, значит, научить ребятишек не просто стрелять, а стать спортсменами, спортсменами-разрядниками. Они должны выполнять определенные нормативы по стрельбе, набирать определенное количество очков для выполнения спортивных нормативов. Некоторые из ребят уже имеют первоначальное представление об оружии, но придя на занятия в стрелковый клуб, они настроены научиться большему. Мы с папой выезжали за город, чтобы пострелять. Ну, я с винтовки стреляю, но не настоящий же. Ну, я хочу еще хорошо стрелять. Быстро перезаряжаться, научиться, как правильно лежать, но стрелять, и на колени, и прямо. Про воинское достояние своих предков знает и Сергей Брагин. Он привел своего сына на занятия, чтобы познакомить поближе с воинской историей казаков и заодно выковать будущего защитника Отечества. Мы не знаем всех тех тонкостей, да, которые знает наш учитель. Поэтому вот эти все нюансы, чтобы парень освоил, не то, что я ему показал, да, ставь сюда, целься туда, да, эти как бы азы любой может показать, а нюансы, конечно же, только покажет учитель. Потом работа с оружием в секции, я думаю, научит быть его более дисциплинированным, да, что тоже немаловажно. Дальше что? Он опять-таки будущий защитник Родины, большой, малой, семьи своей. Ну, в принципе, вот из-за этого он здесь. Стрелковый кружок «Пластун» детский. Все казачата еще школьники, но у них все как у взрослых, от теории к практике. В тире ДСАФ есть на что посмотреть. Глаза будущих стрелков горят от восторга. Здесь существуют строгие правила. Стрельба из оружия не терпит суеты. Держим винтовочку, приклад хорошо в плечо, мушку. Смотрим в оптику. Тут у нас оптический прицел, да, как снайпер ты прям стреляешься. Целился и стреляет, да? Отстрелялся, молодец. Самый юный стрелок в группе Ваня Костырев старается как взрослый. Он очень хочет походить на своего папу, бывшего военного, который профессионально владеет всеми видами оружия. Чтобы лучше стрелять, чтобы хорошо в цель попадать. Как папа? Да. Отрадно отметить, что наравне с мальчишками попадать в яблочко хотят научиться и девочки. Они не уступают в желании и цели стать лучшими стрелками в группе. Тем более, что некоторые даже связывают это умение с будущей профессией. Хочу выразить отдельную благодарность нашему мэру Баскову Алексею Олеговичу. При его активном участии вообще стало возможно создать этот клуб. Плюс наш, как говорится, такой рабочий тандем с ДОСАФ, мы клуб создали для, как говорится,
ну, дети маленькие, еще будут служить в армии, подготовить их к армии, чтобы они в армии пришли уже более-менее подготовлены. У нас кроме этого стрелкового клуба мы еще и рукопашный бой у нас есть, и тут же на базе ДУСАВ организуем спортзал. То есть мы приглашаем всех. Похоже, летние каникулы для маленьких казаков пройдут с пользой. Фатима Даурова, Ольга Савенко, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.